4 октября. Больше не одиноко. На днях я разговаривала с другом о наркомании. Он спросил, верю ли я в высшую силу. Я ответила, что верю. Я также сказала, что с тех пор, как столкнулась с наркозависимостью близкого человека, стала ближе к высшей силе, чем когда-либо. Наркомания – огромный спрут, с которым мне не совладать одной. 6 лет я пыталась справиться с наркоманией сына. И когда не смогла ее победить, стала искать помощь. Я достигла дна и не хотела больше испытывать боль. Наранон оказался той помощью, в которой я нуждалась. И я думаю, Бог указал мне правильное направление. Сейчас я больше не одинока. Как-то на собрании выступала женщина, настолько удрученная и подавленная наркоманией своего сына, что, рассказывая нам о последних эпизодах его разрушительного поведения, она разрыдалась. И она особенно подчеркнула, что с нетерпением ждала собрания, чтобы поделиться всем этим, зная, что мы поймем ее переживания. Вот что я имею в виду, когда говорю, что я больше не одинока. Посещая группы Наранона, я научилась видеть свою высшую силу в каждом участнике собрания. Моя жизнь заметно улучшилась. Этому способствовало многое. Чтение литературы Наранона, высказывания на собрания членов группы и особенно беседы с наставницей. Она помогла мне лучше понять программу Наранона. Ей я могла доверить свои страдания, сокровенные мысли и секреты. От нее я слышала слова утешения и надежды. Размышления на сегодня. Поскольку я больше не одинока, мне легче справляться с душевной болью и всем тем, что ее сопровождает. Цитата. «Нам не столько нужна помощь друзей, сколько уверенность в том, что они помогут в трудную минуту». Эпикур.